Уважаемые коллеги, мы продолжаем серию наших конгрессов. И сегодня в городе Винница мы проведем подобного рода конгресс. Затронем темы прежде всего для начинающих танцоров, для дебюта, для школы и для танцоров N-класса. Рассмотрим композиции и определенные требования, которые предъявляются для танцоров начинающих, как я уже сказал, дебют, школа и N-класс. Постановка корпуса, подъемы, снижение, правильная работа ног, правильное использование действия противодвижения корпуса, позиции противодвижения корпуса. Это как раз те темы, которые были затронуты на нашем головном, так можно сказать, конгрессе. А сейчас мы проводим серию таких малых конгрессов, наверное, так можно будет выразиться, на котором вот рассматриваем, в частности, сегодня это будет техника исполнения и ее составляющие. Те требования, которые предъявляются к танцорам и к нам, к судьям, которые оценивают выступления танцевальных пар на этом младшем возрастном уровне. То есть нам нужно согласовать то, чему мы обучаем детей, чтобы потом этому можно было дать оценку. Спасибо.